тестирование дробилки для кедрового ореха, арахиса, фисташки, фундука, семян конопли. Тестируем на кедровом орехе прошлого года урожая. Значит, засыпаем фундук в приемочный бункер. Настраивается по диаметру прижима. Сюда у нас выходит чищенное ядро. Сюда через систему аспирации будет выходить скорлупа, мусор и пыль. В станке имеются системы аспирации с регулировками, пульт управления. Виброподача. Регулировками настраивается мощность выдува скорлупы для того, чтобы вместе со скорлупой не вылетало ядро. Фундук предварительно мы не калибровали, как есть, так он и получился. Если через верхнюю аспирацию вылетает ядро, тогда мощность уменьшается. Это возможно в процессе переработки настраивать, перенастраивать. После первой обработки у нас получилась шелуха, ядро, часть, с части ядра снялась околоплодная пленка, какой-то недокол получился вследствие некалибровки. Соответственно, эту фракцию можно пропустить еще раз через бункер и дробилку для 100% очистки. То есть выход может составлять чищенного ядра до 100%. Пересыпаем то, что у нас получилось. Из ящика высыпаем дробилку обратно. Добиваем недокол. Один из важных моментов, что первичная обработка еще позволяет снять часть околоплодной пленки. Но после второго раза процент недокола значительно уменьшается и еще снимается часть околоплодной пленки.